Привет, мои хорошие друзья, мои подписчики. И я тут, смотрите, разгребаю маленькую коробочку. Немножечко у меня тут на столе не убрано, но ничего. Посмотрите, какой маленький домик. У него еще крыша открывается. Здесь такая вот у меня есть коробочка. Ну, здесь просто чисто коробочка, лего там. Чего-то в ней там был конструктор. И я забрала ее у мамы. Здесь, короче, лежат мои игрушки, которые я играла в детстве. Тут какой-то кубик старенький. Смотрите. Вообще классно. Там даже паутина немножко появилась. Что такое? Дверца от машинки. А вот фундамент. Я помню, что что-то было там. Во. Вот так стоял домик. Я когда была ребенком, во все это играла. Ставила, я помню. И играешь. Так. Тут должны быть где-то мишки маленькие. Нет, ни одного мишки нету. А, так, такая здесь, я помню, была. Там были, короче, маленькие-маленькие мишуточки. Такие мишки малюсенькие, где-то они, ну, прям вот такие вот были. А, разных цветов. Вот где-то вот коричневый, как вот этот забор. И светленькие. Еще вот где-то их недавно видела. Они должны были быть здесь, но их здесь нету. Вот, и так вот мишкой играешь, как они катаются вот так вот, как будто. Вот, качелька у них тут такая, горка. Но это все, видимо, на даче было, поэтому здесь все в земле. С гор... Лавочка, вот эта лавочка, блин, это вообще у меня там в голове был целый мир. Там строишь мир такой целый, рисуешь в голове что-то. Такие вот там, а девочки и мальчики, по-моему, там были. Стульчик даже вот. Здесь вот что-то отломилось, что ли. По всей видимости. А вот еще... А, вот, да, вот такие, по-моему, были стульчики. Тут, может, откуда-то от другой. Фонарь. Блин, классно. Мне их, короче, папа привез. Наверное, из Москвы, что ли, может быть, из какого-то другого города. Короче, у нас такого еще не было. Фонтан. Вот стола что-то я не вижу. А вон там, кстати, какой-то стол. А, может быть, вот этот стол. Вот он стол. Фонарь. Качели, горки. Лавочка еще. Домов было побольше. Все растерялось, конечно, уже. Вот заборчик. У меня еще была корова. Какие-то животные были. По-моему, блин, их видел недавно где-то. Не знаю, забирала ли я их домой сюда или нет. Может быть, они где-то лежат, скорее всего. Здесь что? Здесь какая-то шкафчик, тумбочка. Здесь вот. Видите? Может быть, я даже с дачи забирала их. Какие-то прилавочки. Там было таких... Домов несколько. А, ну вот есть, кстати, фундамент. Вот еще один фундамент. Тут вот крыша. Все же хочется разобрать нам, дети мы были. Детьми. А, ну, видимо, вот. Вот эта крыша от дома. Так, как там, там была. С окошками. А, деревья, блин. Там деревья были, точно. Еще деревья, там их было много, елочки, я что-то сейчас вот вспоминаю. Как жалко, что тогда не было видеокамеры нормальной. Ну, фотоаппарат, по-моему, я не помню, навряд ли на фотографиях они где-то есть. Деревья, я помню даже... А, не стоит что-то? А, стоит. Я помню прям даже деревья, там целые леса там строила, блин, это вообще было что-то с чем-то. Тут цветочек вот, наверное, от Леги, может быть. Блин, так классно. Так приятно все это заново видеть, все это вспоминать. Машиночки. Ну, машинки это из киндеров, скорее всего. Мотоцикл у меня вот этот прям. А, нет.
уже не так ездить. Прям нравился, я помню. Здесь печать. Я помню, мы играли. И я ставила какую-то печать. Что-нибудь играем. Играем, подожди, ты печать не получил. Сейчас тебе печать поставлю, шмяк ее. Вот это. И, а, тут бананы. Я помню, у меня в детстве была мечта, что у меня, когда я вырасту, у меня таких печатей будет море. Что прям я ставила, сидела и ставила печати. Тут тоже какой-то фонарь. Здесь вот кто-то. Кто-то, не знаю, кто это. Брелок что-то. Вот и заборчик, да, у меня была корова большая, такая массивная. Ах, по-моему, я где-то забирала, должны быть, потому что я помню, что я то ли мыла, то ли собиралась помыть, наверное, с дачи забирала. Где-то, значит, должны у меня лежать еще какие-то игрушки. Вот. Мишки, блин, жалко, что их здесь нету. Обидно. И все, конечно, растерялось. В продаже, честно говоря, я таких не видела. Именно вот от кого-то, может, кто-то еще покупал, у кого-то остались они. Такой у меня был маленький наборчик в детстве. Я очень любила. Ко мне, помню, друзья приходили, мы садились на полу. У меня была какая-то доска была от этой, от дверцы шкафа. Она отвалилась. Я помню, эту доску мы, чтобы была ровная поверхность, расставляли эти дома, друг к дружке ходили в гости, играли за этих маленьких мишек. Вообще было, честно говоря, я, наверное, сейчас бы с удовольствием купила бы такой наборчик. Вспомнить все это детство. Вот мама, кстати, первое время от меня его прятала, убирала, мол, не надо, не надо, растеряешь, потом, потом будешь играть, потом. Мне уже тогда было лет 7-8. Ну нет, говорю, ну как, что потом, когда вырасту, что ли, когда буду играть? Нет. Отдай, отдай, и все. Это заборчик. Такой. Я там... Вот коровы, я помню, еще не помню кого-то. Такие вот домиков. Сколько уже их домиков было? 4, наверное. Здесь тут как раз вот. 1, 2, 3. Ну да, 4. Мишек, я помню, было много. Но они во время переезда все потерялись. Во время переезда мои игрушки родители все повыбрасывали. Просто отнесли на помойку и все. Вот. Так вот было. У меня там остались и тамагучи какие-то были, которые сейчас, кстати, считаются антиквариатом, и на них зарабатывают деньги. И много-много всяких игрушек, на которых, кстати, сейчас их продаю за бешеные деньги. Вот. И мы переехали, я помню. Говорю, мама, где мои игрушки? Там лет 10 мне было. Ты взрослая. Все, хватит тебе играть. Ты взрослая. И все. Обидно. Я вообще, знаете, так поковырялась в этих игрушках во всех. Поспоминала. Здесь, кстати, даже что-то написано. Айс. Крем. 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 Крум. Фонарь такой. Блин, знаешь, вот это вот все вспоминаешь. С детства, как я это трогала. Я сейчас, когда сначала открыла, сначала понюхала. Там детством пахнет. Там так классно. И вспоминаю, что я была все это вот ребенком. Сидела, раскладывала, играла. Тут вот стол тоже от каких-то игрушек. Жалко, что это все растерялось. Зря я возила все это на дачу. Там все потерялось. Ладно, такой коротенький ролик у вас сегодня. Повспоминали мои игрушки из детства. Спасибо, что посмотрели вместе со мной. Повспоминали. Наверняка, может быть, у вас такие были игрушки. И вы тоже все это вспомнили. Всем пока-пока. Вот так это было. Наподобие. Домик. Тут еще маленькие мишки, которые катались. Которые ших и скатывались. Тут другой продавал мороженое. Они садились, сидели, катались. Все это подвижно движется. Потом их можно было, крыша открывалась, положить, и как будто вечер наступил. И они пошли спать. Ну, согласитесь, блин, это восхитительно, это классно. Такая маленькая игрушечка. Это... Не знаю, честно, я в магазине, по-моему, такое не видела. Подобие побольше размером.
а вот именно вот такое вот. Не знаю, почему сейчас не сделают такие. Почему не делают игрушки из 90-х годов? Сейчас же все возможно сделать. Почему бы и нет? Всем спасибо за просмотр, что вы посмотрели вместе со мной мои игрушечки. Мне было очень приятно. Мне будет приятно, если вы оставите комментарий какой-то на эту интересную тему. Я думаю, и вам, наверное, было бы интересно сейчас посмотреть свои игрушки, увидеть их заново, потрогать. Ну, поиграть, конечно, уже не так тянет играть. А хотя бы потрогать их, увидеть те игрушки, в которые вы играли в детстве, какие-то воспоминания из детской памяти, как вы приходили домой со школы, играли в игрушки, там, делали уроки. Вот это сладкие воспоминания, конечно, у всех по-разному. Разные воспоминания, но можно что-то найти из воспоминаний такое хорошее. Всем пока-пока.